Во времена романтической юности деда интернета еще не было, и он не понимал, какие опасности таят в себе интернет-знакомства. Боже мой! Дьявол! Знаешь что, с меня хватит. Это ужасно. А что тебе не нравится? Я скажу, что мне не нравится. Когда было сделано это фото? В 64-м? По-твоему, я не такая, как на фото? По-моему, ты никогда не была такой, как на фото. Это не ты! Значит, главное для тебя внешность? Да! Извини, я думала, тебе интересен мой богатый внутренний мир. А ты же врунья! Ты набрала, что ты красавица, а сама уродина! Господи, за что мне все это? Чем я это заслужил? Чем прогневал тебя? Что я тебе сделал? Что? Ответь! Поговори со мной, господи! Ладно, я пошла. Кстати, ты сам не Дензел, и даже не Флава Флав. Через много-много лет примут закон, и за вранье будут сажать в тюрьму. Вот тогда еще родина меня попрыгает. На электрическом стуле! Только успевай рычажок вырубать!